В эфире информационная программа «День города». В студии Алена Куколева. Здравствуйте. Вот некоторые темы этого выпуска. В Рязани отметили Всемирный день сердца. Плата за кладовку и другие абсурдные строчки в квитанциях оплаты ЖКХ. И в городе появится новая зеленая зона. Сегодня Всемирный день сердца. Он впервые был организован в 1999 году. Его цель – повысить осознание в обществе опасности, которая вызвана эпидемией сердечно-сосудистых заболеваний в мире. Акция в честь Всемирного дня сердца прошла и в Рязани. Горожане смогли обследоваться в торговых центрах и проверить здоровье, а также узнать о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. В этом году Всемирный день сердца проводится под девизом «Сделай сердце сильным». Смысл этого призыва понятен. Сердце держит в своей власти всю нашу жизнь. Оно позволяет любить, смеяться и жить полной жизнью. Своей работой оно усиливает мощь ума и тела. Но состояние работы сердца в основном зависит от образа жизни человека. Любой житель Рязани и Рязанской области раз в год имеет право пройти бесплатное скрининговое обследование в Центре здоровья. Для чего это нужно? Для того, чтобы как раз узнать о тех факторах риска, в том числе сердечно-сосудистых заболеваний, которые могут привести к серьезным осложнениям. К другим темам. О том, что сфера ЖКХ является самой непрозрачной, говорит президент страны Владимир Путин. А знают об этом не понаслышке жители нашего города. Но порой даже самые простые схемы переплаты за коммунальные услуги становятся абсурдными. Например, когда жильцы дома оплачивают работу 4 лифтов, когда всего их в доме 2. Продолжит Валерий Седов. Иногда люди платят за то, за что платить не должны. Так, жители некоторых однотипных пятиэтажек на протяжении долгих лет оплачивают несуществующий лифт. Иногда доходит до абсурдного. В квитанциях ЖКХ может появиться строчка оплаты кладовок. Ситуация скорее печальная, нежели смешная. Надежда живет в 9-этажном доме. 5 лет назад управляющая компания подняла тариф на услуги лифта. И в том же году женщина попросила расшифровку тарифа. После небольших расчетов получилась итоговая цифра. Нам прибавляют еще 2 рубля 59 копеек. Умножаем 3787. Нам еще 9800 прибавили. А это за что? За третий лифт? 5 лет. Мы платим. Это 120 тысяч в год. Надежда решила узнать, сколько же на самом деле стоит обслуживание лифта. Для этого она обратилась в Рязань лифт-сервис. Я пришла и говорю, вы мне, пожалуйста, я как частное лицо, не запрос. Я говорю, вы мне скажите, вот у вас есть цены. Сколько стоит 12-этажный лифт? Обслуживание 12-этажного лифта в подъезде. Это стоит 6300. 6300, да? Умножаем на 2. Это 12600. Теперь вот мне ответ. Сколько мы платим? А мы платим 6,90 за квадратный метр. Если 6,90 мы умножим на 3787 метров, мы платим 26 тысяч. А должны 12. Случай Надежды не единичный. От перерасчета тарифов в сфере ЖКХ не раз страдали кошельки горожан. Поэтому, чтобы такого не происходило, есть правила предоставления коммунальных услуг, где четко написано, что за структура услуг по содержанию жилья и коммунальных услуг. Других выдуманных не существует. Конечно же, бывают и дополнительные услуги. Например, охрана или консьерж. Но эти пункты должны быть указаны в договоре. Если человек пострадал от перерасчета, он вправе обратиться в суд, где ему не только вернут переплату, но и возместят моральный ущерб. Правда, в реальности все не так просто. Но добиться своего возможно. Последний пример. Жители одного из Нового порадовались за то, что тариф, который ранее был 23 рубля за квадратный метр, резко упал до 18 рублей. Сейчас Надежда записалась на прием к начальнику управления ЖКХ. Это ее третья попытка. Мы будем следить за развитием событий. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Областной военкомат подвел итоги весенней призывной кампании и озвучил задачи на осень на сборах с председателями призывных комиссий. Этой весной ряды российской армии пополнили свыше 1000 новобранцев от Рязанской области. Сколько человек планируется призвать в новую кампанию, знает Ирина Ковалева. По словам военного комиссара Рязанской области Владислава Диева, сегодня служить в армии еще более почетно, чем во времена СССР. В преддверии очередной призывной кампании, которая традиционно стартует 1 октября, в Рязани области
проходит целый ряд мероприятий, целью которых является подготовка к проведению призыва, а также повышение качества и достоверности воинского учета. Так, 29 сентября в военном комиссариате Рязанской области прошли инструкторско-методические сборы. На них собрались сотрудники тех ведомств, от которых зависит грамотная организация призывной кампании. Это председатели призывных комиссий муниципальных образований, военные комиссары, а также представители Министерства здравоохранения, Министерства труда и органов внутренних дел. Возглавил инструкторско-методические сборы заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Самохин. Он отметил, что главная задача этих сборов – проведение мониторинга имеющихся проблем и поиск рациональных путей их решения с тем, чтобы осенняя призывная кампания этого года прошла успешно. Как известно, Рязанская область всегда находилась и занимала передовые места в этой работе. Традиции сильны, Рязань имеет тесные корни и связи с Министерством обороны. И учитывая, наверное, нашу направленность, то, что у нас и ряд и военных заведений, которые готовят специалистов, наверное, все это откладывает определенный отпечаток. Картина 90-х годов, она была очень плачевной, когда молодые люди просто уклонялись от призыва. На сегодня картина эта коренным образом изменилась. И вот от всех нас зависит результат. Сегодня мне по поручению губернатора я буду проводить эти занятия с тем, чтобы мы вот буквально с 1 октября начали работу по призыву. Думаю, что справимся с этой задачи. Военный комиссар Рязанской области Владислав Дей в ходе мероприятия подвел итоги весенней призывной кампании, отметил сложности, с которыми пришлось столкнуться, привел статистические данные, в том числе касающиеся уклонистов, которых весной было более 1000, и выразил надежду, что осенний призыв пройдет удачно. Продолжим в таком же режиме, в каком мы отработали весенний призыв, устранив эти недостатки. Я уверен, что осенний призыв мы выполним в полном объеме, с хорошим качеством. На сегодняшний день общая тенденция для России является сокращение потребностей числа призывников, так как армия начинает комплектоваться на контрактной основе. И тем не менее, срочную службу никто не отменял. Она по-прежнему длится один год. В ходе осенней призывной кампании 2017 года в Рязанской области планируется призвать и направить к местам прохождения службы более 800 человек. Из них около 80% воинские части, дислоцированные в пределах Центрального федерального округа. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». На перекрестке улиц Кудрявцева и Горького в Рязани планируют обустроить новую зеленую зону. Данный вопрос обсуждался на заседании Рязанской городской думы. Продолжит моя коллега Галина Ершова. Лыбецкий бульвар давно стал центром притяжения туристов. Здесь можно сфотографироваться с огромными часами, узнать температуру воздуха с помощью электронного градусника и полюбоваться композицией из мишек. На одной улице собраны более 20 арт-объектов. Из нестандартов, да, то это ель, это автобус даблдекер, это градусник, это часы. Ну, а далее уже более мелкие формы, скамейки, маленькие памятники. Ну, например, мы сохранили и восстановили скульптурные композиции, которые были в свое время в 1992 году, были созданы к 900-летию города Рязани. Администрация города планирует расширить арт-пространство на 1,8 гектара. Для этого снесут ветхие строения на пересечении улиц Кудрявцева и Горького. Публичные слушания назначены на 8 ноября. На них обсудят перевод земельного участка из общественно-жилой зоны в зону городских парков, скверов и бульваров. Если нам удастся еще добиться того, что будет принято решение о сносе бывшего здания судебных приставов и разрешат на его месте разбить парк, то наверняка в этом парке появятся еще какие-то очень интересные объекты. На публичную дискуссию приглашают всех желающих. Пока же строительство новых арт-объектов на этой территории закончено. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Играть в шахматы становится модно. Уже более 1000 школьников, а также воспитанников детских садов занимаются этим интеллектуальным видом спорта в секциях. Кружки открыты на базе школ и учреждений дополнительного образования. Ход конем, шах и мат. В школе номер 75 открылся кружок шахмат. Более 90 человек уже записались в секцию. Это воспитанники 5-6 классов. Однако решать сложные задачи и плести тактический рисунок игры могут даже первоклассники. Занятия проводятся 3 раза в неделю. Сформированы 3 группы по 25-28 человек.
Разумеется, занятия проводятся бесплатно. Весной будущего года все они примут участие в школьной олимпиаде по шахматам. Постепенно возраст играющих будет расширяться. Помимо тех, кто уже сейчас занимается шахматами, к ним присоединятся ученики 3-х, 4-х и 7-х, 8-х классов. На сегодняшний момент уже из школы Антей тренер Николай Николаевич Горшков набрал уже 80 человек со школы «Золотые купола». Тоже уже под 100 человек набрано. Надеемся, что у ребят будет получаться. Всего более 1000 рязанских школьников и воспитанников детских садов уже играют в шахматы. Дети в возрасте от 5 до 17 лет занимаются в секциях и кружках на базе 20 городских школ и 5 учреждений дополнительного образования. Лучшие воспитанники школы номер 75 вскоре тоже смогут стать настоящими спортсменами. Из этих ребят выбираю самых способных, самых, ну, в смысле, которые мне вижу в них как потенциал большой, они у меня будут заниматься отдельно со временем. Уже как именно секция от моей спортивной школы «Антей». Юные рязанские шахматисты успешно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. В числе последних победителей – воспитанник спортшколы «Антей» Илья Липинин. Он стал чемпионом мира среди спортсменов-юниоров с поражением опорно-двигательного аппарата до 19 лет. Соревнования прошли летом в городе Ружомберок, Словакия. В перспективе нам бы хотелось, чтобы эта дисциплина вошла в учебные планы, но мы думаем, что со временем на федеральном уровне будут разработаны стандарты, и мы сможем включить это в учебные планы наших с вами образовательных учреждений. А пока это ведется в формате кружков и внеучебной деятельности. Пока же основная задача, над которой предстоит работать для того, чтобы и дальше развивать шахматы как спортивное направление, это решить кадровый вопрос, привлекать к занятиям со школьниками квалифицированных педагогов и тренеров. Рязанские приставы провели в суде небольшие учения. Они отработали разные ситуации, разобрали оружие и провели ежедневный инструктаж перед заступлением на службу. Товарищ юрист первого класса, судебный приставочный заступление на службу. Хорошо, расписывайтесь. Так начинается утро судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Правда, сегодня им предстоит необычное дежурство. 28 сентября проходит инструкторско-методическое занятие со старшими судебными приставами. Они проводятся не реже одного раза в полугодие. Рязанский районный суд разбит на 6 участков, на каждом из которых судебные приставы почерпнут новые знания по правильной организации несения службы. Перед началом занятий инструктаж, следом проверка оборудования. Палка резиновая, наручники, газовые баллончики, а также бронежилеты и работа раций. Первоучебная точка – организация пропускного режима. На столе перед рамкой металлодетектора для образца лежат запрещенные предметы. Холодное огнестрельное оружие, а также легко воспламеняющиеся жидкости и наркотические вещества. Тайком пронести любой из этих предметов в зал суда не получится. Для более тщательного осмотра применяют компактные ручные металлодетекторы. А здесь у вас что? Учебная точка номер 2 – это осмотр здания суда и судебных помещений. Первым делом осматривается входная дверь. Сохранилась ли на ней печать, не поврежден ли замок. Потом зеркалами сотрудники входят внутрь. И вот уже первая находка. В полотне флага обнаружен газовый аэрозольный баллон. Следом его коллега находит подозрительное устройство за лампой освещения. Все это, конечно же, муляжи. Правда, спрятаны они в самых труднодоступных местах, чтобы максимально приблизить ситуацию к реальной. Это наша с вами, понимаете, работа. Это наша с вами жизнь. Нужно относиться к этому очень серьезно, осматривать перед каждым судебным заседанием и не реже одного раза в час. Обеспечение безопасности в зале учебного заседания – это третья учебная точка. Наглядный пример. На слушании находится неспокойный посетитель. Он постоянно мешает и не реагирует на замечания судьи. Судебные приставы, выведите гражданина Иванова из зала суда. Да не буду я больше нарушать, вы что? К вам будет примена физическая сила. Зачем? Я же спокойно уже сижу. Бывают ситуации хуже. Человек, который дает показания, может попытаться подойти к судье, чтобы что-то показать или рассказать. Гражданин Иванов, не было этих фотографий. Да были, я знакомился с делом, я все видел. Давайте вам покажу. Покажу еще. Да куда ты? Остальные три учебные точки – это сборка и разборка автомата и пистолета, обеспечение безопасности исполнительных действий и препровождение судебными приставами иностранных граждан. Занятия проводятся в целях единых принципов организации занятий и обучения правильным целесообразным методом проведения данных занятий, усвоение сотрудников отдела необходимых практических и теоретических наук. Такие занятия проводятся не реже одного раза в полугодие. Здесь судебные приставы могут отточить свои навыки и проверить себя в ситуации, которая максимально приближена к реальной. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Рязанцев приглашают принять участие в строительстве храма. В пригороде Шацка уже заложен фундамент будущей церкви и возведены стены. Однако основная часть работ, в том числе убранство, еще впереди. Строительство храма началось в селе Казачья Слобода, недалеко от Шацка. На центральной площади возводят церковь в честь архангела Михаила. В небольшом здании закончили строительство стен. На стадии завершения находятся кровельные работы. Была цель все-таки построить маленькое, уютное место для все-таки молитв населения. Да, население так как бы Шацка, население Казачьей Слободы и, конечно, для гостей. Инициировали постройку храма местные жители и епархия. К строительству подключились небезразличные люди. Однако объем запланированных работ очень большой. Впереди внутренняя отделка церкви и ее убранство. Внести свою лепту в строительство храма может каждый желающий. Любой желающий, который хочет нам как-то помочь, чтобы все-таки храм как можно быстрее стал работать. Вот. Любой желающий, он может нести какое-то добровольное пожертвование. О чем будет внесена запись в церковный журнал, будет человеку подарен данный сертификат со всеми соответствующими отметками. Вот. И, соответственно, человек будет обладать, так скажем, одним маленьким кирпичиком в стенах этого храма. Считается, что архангел Михаил является судьей, выносящим приговор душам грешников и открывает праведникам врата вечного блаженства. Молитва, возносимая ему, содержит просьбу о помощи в борьбе со злом и в поддержке на страшном суде. Имя, да, на того человека, которому все-таки подарен сертификат, оно будет обязательно упомянуто в церковных службах. То есть за этого человека будут молиться, потому что его эта помощь, она будет очень для нас ценной. Перечислить средства на храм в Казачьей Слободе можно безналичным путем. В благодарность за любую сумму пожертвовавшему вручат сертификат на владение одним из кирпичей здания. Получить ценную бумагу можно по адресу проезд Завраженного, дом 5, или попросить доставить на дом. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Готовь сани летом. Такого принципа придерживается рязанская мастерица. Она изготовила набор елочных игрушек, которые подарит Александр Невскому храму. Каждый шар расписан вручную и рассказывает о рождественских приключениях. Откуда черпать вдохновение и как сделать игрушку самому, знает Галина Ершова. Мишки, зайчики и слоники. В доме Марины Сергеевой множество игрушек, ведь девушка более 20 лет занимается рукоделием. Сначала пушистых друзей в стиле дореволюционных игрушек она делала для своих детей, а затем стала дарить друзьям и знакомым. Каждая игрушка, она находит своего хозяина. Это я не понимаю, как это получается. То есть даже у меня вот мишки, у каждого свой хозяин, и этот мишка похож на этого хозяина. Я не знаю, как это получается. Это вот, хотя я шью по одной выкройке. Все делаю одинаково, а вот каждый свое получает. У Марины нет художественного образования, только желание и со временем появившаяся сноровка. На изготовление одной игрушки у нее уходит около суток, а вдохновение девушка черпает из детских сказок. Самая моя любимая игрушка Марины – это та игрушка, которую я сейчас держу в руках. Вот такой вот замечательный милый зайчик, у него очень интересные ушки и цветовая гамма, платьице, которая мне очень нравится. Мордашка просто потрясающая, замечательная, и я думаю, что в такую очень сложно не влюбиться. Еще одна страсть Марины – это елочные игрушки. На днях она закончила изготовление целой коллекции из 20 шаров. Все они расписаны вручную и рассказывают рождественские истории. Девушка решила подарить их Александру Невскому храму, а для всех желающих провести экспресс-мастер-класс. Марина, расскажите, что нужно для создания такого удивительного шарика? Нужно шарик, вот обязательно он должен быть матовый, чтобы не было отражения вашего. Может быть стеклянный, пластмассовый, какой вы хотите. Потом карандашик 4B, это вам будет легче. Ну и можно помягче. Потом нам нужны будут кисточки. Одна толстенькая, потом двушка и самая тоненькая. Лучше, конечно, синтетика, чтобы была. Краски акрил. Краски выдавливаем на импровизированную палитру. Так как они быстро высыхают, капаем на них немного воды. Мы заранее разметили шарик и нанесли на него рисунок. Дальше создаем основу. Разводим белую краску до состояния сливок и заливаем ей все крупные элементы. Марина, расскажите, как долго будет сохнуть краска, сколько ждать? Вот этот, да, заливку? Да. 15-20 минут. Да. Вот. Ну, это от 15-20. А можно даже вот вы залили, вот так подержали, чтобы она не потекла. Чем дольше она сохнет, тем лучше. Лучше никуда не торопиться, не спешить. Но феном ни в коем случае не надо сушить. Для стеклянного шарика будет достаточно нанести краску в 2-3 слоя. А вот с пластмассовым придется поработать дольше. Такой шарик лучше впитывает цвет, поэтому понадобится 4-5 слоев. Чтобы игрушка стала по-настоящему красивой, доведите до совершенства каждую деталь. А если совершили ошибку, просто сотрите ее с помощью ватной палочки. Галина Ершова, Игорь Глотов, телекомпания «Город».
И на этом у меня все. Новости смотрите также на нашем сайте город62.tv. Завтра подведем итоги этой недели. А пока хорошего продолжения дня. Это случилось! Обвал ипотечных ставок. Квартиры за 5,6% годовых. Только в компании «Зеленый сад». Совместно со Сбербанком России и Рязанским ипотечным фондом. Всегда хотел свой дом. Так, чтобы недалеко от города, в красивом месте с живой природой и чистым воздухом. Я нашел его. Построил дом удобный, просторный. Рядом охота, рыбалка, грибы. Друзья ко мне часто приезжают. Есть чем заняться. Говорят, хорошо тут у тебя. А я и сам знаю. Все, что нужно мне и моей семье, все здесь, все рядом. В коттеджном поселке Караси. А где живешь ты?